Ремонт в первой поликлинике начался еще в апреле. Поменяли входную группу, регистратуру. Сделали ремонт первого этажа нового корпуса. А потом перешли на старый. Полностью заменили лестницу на второй этаж. Подготовили место для установки подъемной платформы. Старые перекрытия были все удалены. Межэтажные перекрытия были удалены, две пустотные плиты. Было заново сделано каркас из металлических двутавровых балок. Залит полностью бетонное перекрытие межэтажное. Ну и с отделкой уже там потолка, стен. Конструкция надежная, так что еще лет на 100 точно прослужит. Грузоподъемность платформы 250 килограммов. Вес рассчитан на инвалида-колясочника и сопровождающее лицо. На этом лифте будет выведена кнопка вызова специалиста. Специалист будет приходить, открывать ключом кабину и на второй этаж поднимать инвалида. На нем нельзя постоянно кататься. То есть это именно для вот этих целей, для инвалидов-колясочников. В отдельных случаях, отметили в больнице, готовы сделать исключение. Речь о пожилых людях, которым сложно передвигаться. Подъемная платформа установлена, готова к работе. Запустят ее в новом году. Сейчас она должна пройти проверку инспектором по надзору за лифтовым оборудованием.